Друзі, я вас вітаю, і сьогодні в нас друга серія інтерв'ю з екстрасенсом, відьмою-некромантом, правильно я сказала? Марією Тихою, фіналістка битви екстрасенсів. І я констатую, що армія ваших прихильників, вона просто неймовірна, велика. Ми отримали масу запитань, масу коментарів. Я вам дуже дякую. Тому пишемо сьогодні другу серію. Я обрала найбільш часто повторювані запитання до вас, тому сьогодні про це поговоримо. Маша, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение у вас, как дела? Все хорошо. Хотелось бы лучше, но это будет, когда война закончится. Кстати, по поводу окончания войны, были ли видения какие-то? К сожалению, пока еще по окончанию нет. Очень я сама жаль. Жду. Очень жаль. Знаете, с какого вопроса я сегодня хотела бы начать? Об этом было очень много в комментариях сказано. То, что сейчас происходит, это не просто война, и то, что раньше говорили, что идет какая-то трансформация человечества и переход откуда-то куда-то, раньше все это воспринимали как какие-то фантастические фильмы, что-то такое вот непонятное. Скажите, на самом ли деле сейчас вот эта трансформация происходит, и есть ли какое-то понимание, как это все будет дальше происходить и почему это все на территории Украины? Да, действительно, сейчас происходит трансформация. Мы очень длительный период времени были страной, марионеткой у России, да, на поводке, я бы так сказала. Ну, это они так думали. И должен был прийти момент, когда все это нужно было разорвать. Нам это нужно было. То есть трансформация всегда приводит к каким-то изменениям. В нашем случае она приведет к улучшению, к обновлению. А в случае России они вообще, в принципе, не знают, что такое трансформация. Они зависли в совдепе, пускай там и остаются. По поводу вот все-таки вселенской какой-то борьбы добра со злом. Действительно, да, борьба со злом идет сейчас. Я уже говорила в прошлом интервью то, что война происходит на разных планах, на тонком тоже. Ну, о том, что вы говорите, война идет, да, сейчас зло с добром. И зло это, да, это русские, это Путин. На территории Украины очень много энергетических мест. Быть может, именно поэтому основная битва трансформации именно на нашей территории, как считаете? Ну, Украина считается святой землей, конечно. Тут, правда, очень много магических мест. Тут много ведьм жило раньше. Это хорошо? Да, конечно. Поэтому очень Украина защищается и высшими силами, и мертвыми. Путин — это все-таки антихрист, которого боялись и ждали рождения вот в наше время? К сожалению, всегда люди такие, как Путин, существовали и будут существовать. Для чего они нам даны? Для того, чтобы как раз-таки запустить эту самую трансформацию. Потому что без Гитлера, без Путина, без Сталина не произошло бы то, что происходит сейчас, да? То есть не было бы обновления, понимаете? Потому что каждая война ведет к изменениям. То есть мы сейчас доказываем то, что мы являемся свободной, независимой державой. Через войну, через боль, через страдания, через смерть, к сожалению, никак по-другому, она приведет к тому, что мы станем лидирующей державой в ЕС. Это правда. Путин — это всего лишь пешка в этой игре. То есть там над Путиным еще люди стоят. Понимаете? Там очень много людей связано между собой. Это русская власть. То есть Путин просто маленький недолюбленный мальчик, который топает ножкой и требует чего-то. И то, что я говорил, я больше всего не люблю на свете, когда, ну, в частности, практики, да, принимают на себя роль богов. То, что делает Путин сейчас. Он считает, что он высшая энергия, он просто чмо. Вот он кто. И высшие силы, такие как дьявол, как смерть, они очень сильно обижены, оскорблены и злы на него. Понимаете? Мы прекрасно все видим то, что высшие силы на нашей стороне. Если было бы по-другому, мы проиграли бы. Но мы как раз-таки выигрываем, и он прекрасно это понимает. И ему нечем крыть. Вот поэтому объявлена мобилизация. Вот поэтому он пугает всех ядерным оружием. Понимаете, пукалкой своей, совдеповской. Потому что по поводу пукалки совдеповской.
Да. Нажмет ли кнопку? Я говорила еще с марта месяца, когда была в Польше, о том, что попытка ядерки будет. Попытка ядерки будет. Но не так страшен зверь, как его малюют. Понимаете? Не нужно паниковать, не нужно бояться. Все будет нормально. То есть попытка ядерки может быть по границам Украины. Я считаю все-таки, что это Восток. Луганск, Донбасс. Он там сейчас референдумы проведет, где-то на границах там херанет ядеркой, скажет, вот видите, что я могу сделать с вами? Сдавайте свои позиции, складывайте оружие, все. Это чисто манипуляция. Думаете, он не боится? Он очень сильно боится. Боится. Конечно, он боится. От него это фонит, и это видно. И Шойгу боится, и боится и Путин, и Лавров, когда заикаться начинает. И Скобеев, вот и пропагандисты главные его. Они все боятся, потому что они прекрасно знают, что на их совдеповскую пукалку найдутся реально ракеты Америки, понимаете, Англии и так далее. Они это сделают, если Русня попробует что-то сделать нам. И просто потом уже в дальнейшем, если Русня что-то попробует сделать, пускай они там запустят свою ракету, она упадет в них, например, неважно. Но момент того, что они запустили ракету, уже будет, да? И тогда Америка им ответит. И когда Америка им ответит, России просто не будет. Ее просто сотрут с карты мира. Раз и навсегда. И каждого русского будут вырезать. По всей планете. И такая нация, как русские, просто исчезнет. Чего я очень сильно желаю. Потому что они очень сильно уже заебали нас всех. Ну, кстати, да, в результате многих трансформаций, мы же знаем, что в истории очень многие цивилизации пропадали. Пожалуй, да. Я так понимаю, в результате этой трансформации понимаем, да, какая пропадет цивилизация? Ну, если они не думаются, честно, вот Гаагский суд уже плачет по Путину, по Лукашенко, по Путину. Я уже говорила на другом канале, я показывала карты, я показывала, что будет с Русней, а в частности мобилизируют кого? Молоденьких мальчиков, да, как мы видим. Я показывала и говорила о том, что будет с ними, если они пойдут на нашу землю. Они станут удобрением. Там четко по картам это показывала. По поводу псевдореферендумов, которые провели, да. К каким событиям может привести, допустим, на территории Украины и на территории России? Он же начал там пугать ядерным оружием, мол, что если вы там пойдете после референдумов там отбивать свои земли, то мы там ядеркой по вас ударим. Что он прекрасно понимает, что он проигрывает. Нам от этого ни холодно, ни жарко. Абсолютно. Мы как свои земли хотели деоккупировать, мы их деоккупируем. По экономике даст, мы все прекрасно понимаем, что все эти вот референдумы, это все фальсифицировано было. Никто это не признает, никакая страна адекватная мира это не признает. Это чисто провели не просто для себя. Вот и все. То есть на нас оно, по сути, никак не повлияет. Вообще никак. Абсолютно. К чему может привести все-таки мобилизация, объявленная на территории России? И можно ли рассчитывать, что бунты произойдут все-таки в центральных регионах России тоже? Я когда смотрела в прошлый раз расклад, то есть мне четко показало Восток, там с Востока, да, началось все, по-моему. Там падала королева жезлов, женщин, ну, Восток России, то есть они там начали бойкотовать и так далее. А потом по центру России падала карта мира. Но пока там сдерживают все это. Там, возможно, где-то точечно, как-то локально возгорается, да, вот это все, митинги и так далее. Но как-то пока сдерживают все это. Москва и большие города. А я говорила о том, что ну, как раз когда референдумы будут идти, Россия будет совершать теракты в своих школах, связанные с детьми. И вот оно, в принципе, все уже сбылось. Люди это знают прекрасно, подтверждают. Ну, в Ижевске, помните, недавно? То есть, возможно, какие-то локальные сейчас митинги. Россияне не отличаются от нас все же. Если мы могли выйти на Майдан, доказать, нам было все равно, сколько людей на нас пойдет. Там Беркут, не Беркут, а они боятся, они ссыкуны. Поэтому там очень так под вопросом. Я бы сказала все же, что просто локальные какие-то сборища будут, митинги, но чего-то грандиозного, того, что там прям пойдут на Кремль, знаете, и Кремль начнет шататься, нет, такого не будет в ближайшее время. По поводу ситуации на границах России и поднимутся ли народы, вот Дагестан, чеченцы? Я когда делала расклад, то есть мне показала четко сначала Восток, а потом западная территория, центр там в самом конце, то есть как-то оно так будет постепенно.
Да, мы ждем того, что это приведет к чему-то, приведет там к гражданской войне, но, к сожалению, я же говорю, пока я не вижу того, что будет что-то грандиозное. Это будут какие-то локальные вот возгорания, их будут палками бить, в машины в бобики закидывать, в леса вывозить, ну как бы чего-то такого грандиозного я не вижу, не ощущаю в ближайшее время. Не знаю, событийка может поменяться еще. Скажите, пожалуйста, не видите ли вы открытие еще какого-то фронта у России? Потому что мы писали интервью с астрологом, и он уверял, что осенью высока вероятность войны России с Грузией. С Грузией? Давайте посмотрим сейчас. Будет ли открыт какой-то еще второй фронт у России? Хватит ли у них средств просто на это? То разговоров много. Совести, а у них, совести у них уже не хватило. Сначала совести отжать территорию Грузии, а потом ехать туда спасаться. Угу. Да, да, да. Казахстан, Грузия, да, да. Мы уже видели армию вторую в мире. Видели. Чмонь, которых посылали на наши территории, мы уже видели. Это же были лучшие, да? Сначала лучших отправили. Мне страшно представить, если там это были лучшие, какие ж худшие. Тут страшно представить просто. Так, хорошо. Будет ли в России открыт второй фронт с какой-то еще державой? Ну, в ближайшее время я не вижу ничего-то подобного. Нет, все-таки в ближайшее время это Украина. То есть это Украина, и чего-то нового я не вижу здесь. Но момент того, что я в прошлых своих раскладах говорила о том, что Китай как-то под шумочек на них обидку затаил, на Россию. Сейчас посмотрю. Но Китай как-то не высказывает особой позиции, но мне кажется, он свою позицию демонстрирует через Казахстан, потому что, понятно, влияние Казахстана и Китая, там очень близкие отношения. И мне кажется, свою позицию Си Цзиньпинь все-таки через господина Токаева в общество говорит. Кстати, а давайте попробуем заглянуть, какие мысли у Си Цзиньпина есть. Россия оружие под шумок дает? Это же правда. Может, он под шумок Китаю какие-то территории России пытается присоединить? Людей-то они давно туда закинули жить. Планирует территории России себе взять какие-то. Но это не договор, это просто так хочет. Путина не посвящают в это, понимаете? То есть там тоже свои планы далеко идущие есть. Так, давайте мысли Си Цзиньпина по отношению войны в Украине. Что он думает? Может, истинное отношение к России, к Путину? Давайте, истинное отношение Си Цзиньпина к России, да. Ну, смотрите, то есть четверка жезлов, это десятка пентаклей, то есть это его ближайшее окружение, отношения у них хорошие, рабочие, я бы так сказала. На что деньги, на что выплаты идут? На войну. Король мечей. Это военное дело. Это военное. Война. Нормально у них отношения хорошие. То есть, смотрите, совместная работа какая-то, да, двойка кубков, это вообще карта влюбленности. Если спроецировать ее на отношения Китая к России, вы же понимаете, дружеские хорошие отношения, рабочие. Выплаты идут на войну. Поэтому все замечательно у них. То, что я и говорила. Китай просто на все стулья садится и все. Маш, если мы уже к картам обратились, есть у нас запросы по определенным персонам. Давайте узнаем об их будущем, об их мыслях. Один из них господин Дондон Кадыров. Народ вообще спрашивал, убьют его или он все-таки сядет на скамью подсудимых в Гааге? Хорошо, давайте так. Кадырова уберут, как он убрал своего отца. Да вы что? Ну да. Кадыров же убил своего отца, потому что Путин так сказал ему. Для того, чтобы занять кресло у власти. Это ж правда. Тогда всплывает вопрос, удержится ли он в этом кресле. Давайте. Что с Кадыровым? Прибьют его или посадят его? Ну, он не лично убил своего отца, но там заказное. Смотри.
смотрите, то есть я не вижу вообще на самом деле того, чтобы его убили или посадили. В чем суть? Суть в том, что очень много связей по тройке кубков, очень много договоренностей. То есть, я так понимаю, это тот человек, который за все платит деньгами, да? То есть, очень много договорников и обещаний, и связок с людьми. А вы знаете, что люди деньги любят, да? То есть не вижу я убийства и не вижу того, что он сядет в тюрьму. То есть как-то там все куплено у него. Я же говорю, договорники. То есть в случае того, если, например, вот сейчас Россия прям проигрывает все, Кадырова не свергнут, но Кадыров будет... Он убежит. Он убежит куда-то. То есть я склоняюсь больше к тому, что он куда-то... Потому что этот план уже продуман. Вдруг в случае чего куда-то свинтить. Это уже продумано. То есть он как бы, знаете, он как таракан. Вот я его... Даже при радиации выживет. Да, он выживет в любом случае, но я же говорю, он куда-то сбежит просто. Вот я так считаю. То есть там все уже продумано заранее наперед. Договорники со всеми, всем уже деньги заплачены. В случае чего Кадыров садится на самолет и улетает куда-то, я не знаю, там... Блин, в Африку куда-то, понимаете? Жить в какой-то берлоге, блин, в песках. Все. Кадырова нет, все. Лавров, Шойгу. Их настоящие мысли и сядут ли они на судью под, ой, на скамью подсудимых? Хорошо. Мысли Лаврова по отношению войны, да? Да, давайте так. Мысли Лаврова о войне в Украине. Смотрите, Лавров сейчас прекрасно понимает. Во-первых, тут переживания падают, я уже говорила в какой-то передаче, не помню, одно и то же падает постоянно. Переживания за свою семью, за свою шкуру, за своих детей и так далее. То есть Лавров сейчас прекрасно понимает по карте башни, четверка мечей и правосудия, да, то, что они сейчас занимают позицию далеко не лидирующую. Все прекрасно понимает, что Россия проигрывает. И как раз-таки вот колесница, колесо фортуны, тройка мечей. Если в начале войны он был уверен в том, что Россия побеждает, и они реально Киев тот же возьмут за три дня, сейчас по колеснице, колесу фортуны, когда ситуация начала меняться кардинально, он прекрасно понимает по тройке мечей, что они проигрывают. Понимаете? И рано или поздно до их срак доберутся. До Путина, до Лаврова, до Шойгу и так далее. То есть человек себе дает отчет. И мы это все видим как раз-таки на телевидении, когда он выступает. Помните, недавно он Луганскую область Лаоская назвал? Лаоская, да. То есть да, он путается, что он прекрасно понимает, что его схватят за сраку, и он будет отвечать за все, что он сделал. То есть уверенность того, что они побеждают, у него уже все. Понимаете, она все ниже и ниже уже. И переживания за семью. Видимо, после того, когда убили дочку Дугина. Как его зовут? Дугина, да. Дугина. Как-то думать головой своей. Немножко. Что-то там не то. И вот как раз то, что показывает сейчас здесь конфликты в коллективе. Верхушки все вот эти Кремля, да, путинские. То есть у них конфликты между собой. То есть тот хочет того, те пытаются остановить, те пытаются закончить, те пытаются там как бы... какие-то планы новые, да, рождать по отношению того, что нужно вот Украину захватить, там, то есть какие-то процессы идут. То есть как-то у них сейчас там конфликты в коллективчике начинаются потихонечку. То есть во мнениях они расходятся, вы поняли? Но Лаврова я же говорю, если я просто просматривала в начале войны его и сейчас, я понимаю, что он что-то обосрался. Это правда. А его состояние давайте посмотрим. Как он себя чувствует? Состояние. Плюс тут падают какие-то проблемы еще с мобилизированными.
с военными. И с финансированием. Денег, походу, нет у них. Ну, то, что мы с вами обсуждали сегодня. Голые боссы идут на войну. И тут женщины еще падают. Вот королева жезлов показана. То есть, я так понимаю, что там вот эти все жены, девушки и так далее, ну, наверное, мешают мобилизации очень сильно. Возможно, в штабы в эти звонят, знаете, истерики закатывают. Ну да. То есть состояние, вот карта отшельника падает. Он сам на своей волне, он абстрагируется от всех и опять показывает эти разборки в коллективе. Ну да, дьявол, десятка мечей. То есть это тот человек, который одна из самых главных пешек Путина. То есть как Путин сказал, так и будет. То есть Лавров всегда принимает сторону Путина. Убивать так убивать, насиловать так насиловать. То есть дьявол, десятка мечей. Это насильственная смерть. Это все. Кстати, сейчас же заявили о том, что Путин под личное руководство берет управление войной. Как это отразится на дальнейшем ходе военных действий? Еще смешнее, чем было при руководстве Шойгу. Будет еще смешнее, я вас уверяю. Никак не будет. Все будет так, как и было. Клоуны. Маш спрашивает о будущем коллаборантов, которые вот ДНР, ЛНР и вот которые возглавили оккупированные территории Херсонская, Запорожская область. Что их ждет? Смотрите, я еще когда на другом была канале на прогнозе, я говорила, мы общались про как раз-таки вот этих коллаборантов и про Пушилина мы начали разговаривать. Я говорю, а что он еще жив до сих пор? А я что-то реально так, знаете, подумала о том, что он уже все. Я думаю, что их ждет участь этого Захарченко. Такая же примерно. Его же взорвали в кафешке, помните? То же самое с Пушилиным будет, с этим Сыкуном конченым. И с этими со всеми коллаборантами, которые занимают места в Херсонской и Запорожской. То же самое. До них доберутся. Помрут они не своей смертью, посмотрите. Это прям четко говорю. Еще, знаете, персоны какие интересные, но много вопросов было, не могу у вас не спросить. Интересуются судьбой Медведчука и Януковича. А что конкретно посмотреть по ним? Они в России сейчас живут. Что еще? Все-таки их будущее уберут или не уберут? Потому что свои-то задачи они не выполнили, а бюджеты освоили, я так понимаю. Хорошо, будущее Януковича. Давайте ближайшее посмотрим. Чувак себе нормально устроился, я вам так скажу. Все замечательно у него. Все хорошо. Выпивает по тузу кубка. Видите, вот. До запоя по четверке мечей. Проблемы у него какие-то сейчас с костями, со спиной. Не знаю, что там с ним. Вот именно четверка мечей, это пора. Без разницы, возраст, не возраст. Вот это часто карта четверка мечей, да, падает именно, если мы по здоровью, по физике смотрим, на людей, которые ограничены в движениях. То есть у него что-то с костями сейчас должно быть. Что-то с ним, ну, что-то там такое есть, по болячкам именно. С бабами развлекается, карта императрицы перевернутая. Выплаты получает свои, спектакли. Ему все проплачивают, живет себе, как сыр в масле. Все хорошо у него. Только проблемка по физике, я же говорю, со здоровьем. Бухач и вот кости, спина. А так ничего такого, ближайшего я не вижу того, что его убьют. Нам не до него сейчас. До него дело тоже дойдет, но не сейчас это будет. Хорошо, давайте Медведчука посмотрим. Я так понимаю, что Медведчук, скорее всего, своей мадам вместе. А Медведчуку страшно под мечей. То есть он боится физической расправы, он боится смерти вот как раз-таки здесь. Давайте посмотрим, будет ли она. То есть страхи страхами. Как раз-таки по Медведчуку карта смерти прям падает здесь. То есть если Янукович, я думаю, ну такое, как бы никого не интересует сейчас, то Медведчук, вот здесь карта смерти. То есть он подохнет таки, да. Причем подохнет от какого-то
чувака, то есть со своего коллектива. То есть это человек, который ему знаком по четверке Пентакли. Человек, который в его ближайшем окружении находится. Посмотрим потом. Может, рванут чем-то. Посмотрим. Ну, там развита такая практика. Мария, ваш прогноз по азовцам случился, и случился очень быстро. Масса вопросов по остальным пленным. Предвидятся ли в ближайшее время тоже какие-то глобальные большие освобождения, обмены? Я надеюсь, что то, что падало по картам, но я к картам сильно не привязываюсь, потому что все-таки я экстрасенс, то есть я больше на виделку на свою, да? Карты – это всего лишь вспомогательное средство для меня. По картам показывало, что, в принципе, до конца осени какая-то партия, какая-то часть людей еще будет освобождена. То есть какие-то будут договорники. То есть что-то еще такое будет. Давайте еще раз проверю, сейчас посмотрим. События меняются постоянно. То есть я больше ориентируюсь на свое видение. По своим снам, по своим видениям. Ну, видения такими не показывали, не давали. Тогда мне четко дали понимание во сне того, что будет освобождение. Сейчас такого я не видела. Карты говорят, что до конца осени какая-то часть еще, да. Ну хорошо, давайте еще раз. То есть, я на следующее интервью загадаю информацию, чтобы мне показали. Я вам потом сообщу. Я просто на других каналах уже говорила о том, что сейчас осеннее равноденствие, Мабон, колдовской праздник. И когда я подошла к силам, попросила какую-то важную информацию, мне показали сон про Зеленского. Я на других каналах это уже говорила. Сейчас я вам расскажу. Давайте про азовца посмотрим сначала. Ну, в ближайшее время точно нет. То есть, к сожалению, там сейчас группа людей, вот по десятке кубков наших военных, которые умирают просто по десятке мечей. То есть, то, что я говорила, что многие не доживут. То есть, там... В ближайшее время не вижу того, что кого-то освободят, честно скажу. Давайте посмотрим до конца осени. То есть, есть ли такая вероятность. Где-то меня интересует ноябрь, вот там вот. Ну, может, такая какая-то вероятность, да, то есть вероятность солнца, маг падает, рыцарь мечей, то есть вероятность того, что там где-то в ноябре будет какая-то часть освобождена еще людей. Там же не только азовцы. Да, там много, очень много ребят, и цивильных много, которых даже мы считаем без вести пропавшими. Да, да, там, да. Будем присматривать. Мария, у нас очень много зрителей из Крыма. И в прошлом интервью им показалось мало от вас информации, просят все-таки чуть больше рассказать о ближайшем будущем для Крыма. По Крыму могу сказать то, что в ближайшее время мы его не деоккупируем точно. То есть у нас сейчас немножко другие задачи, у нас все-таки сейчас больше херсонское направление, харьковское направление. До Крыма еще дело дойдет. В ближайшее время деоккупации его не будет, но точечно будем бить по мостам, по инфраструктуре и так далее. То есть как мы и били. Вот. Но в дальнейшем, я думаю, что в течение там, каких-то лет мы Крым деоккупируем все же. То есть это задача не на один год нам. В ленточках появляется, что и техника свозится к белорусским, в белорусско-украинским границам. Паниковать ли или не паниковать? И будет ли серьезное наступление с той стороны, наземное? Ну, насчет наступления тоже уже говорила, я мнение не меняю, попытки будут пойти, да, с Белоруссии на Киев и на Харьков, но мы его отобьем. Паниковать не нужно точно, мы уже готовы. Наши ЗСУ их отобьют. В пакетах домой поедут, все. Вот так вот закончится их наступление на Киев второй раз. Это все. Паниковать не нужно, ни в коем случае. Смотрите, я уже вчера говорила в эфире у себя, паниковать не нужно. Ни насчет ядерки, ни насчет наступления. Почему? Потому что если будет ядерка, например, да, не думайте о том, что ядерка это будет как в Хиросиме. Нет, это тактическая. Ну, это немножко по-другому все будет выглядеть. Понимаете? То есть не будет того, что вот взрыв произошел и все, конец. Нет, много людей спасется, все будет нормально. И если начнется ядерка вдруг, бежать будет некуда, потому что все страны подключаются. Поэтому, пожалуйста, не нужно паники, не нужно никуда выезжать и так далее. Все будет нормально.
давайте доверять нашему правительству, доверять нашим ЗСУ, все будет хорошо. Плюс ко всему, ядерную ракету можно сбить, а у нас замечательная ПВО стоит, так что не переживайте. То же самое, что наступление на Киев и на Харьков. ЗСУ отобьют, все будет нормально. Не нужно паниковать, паника – это наш враг, самый главный. Такой же, как и Русня, кстати. Поэтому они же и стремятся к тому, чтобы паниковали. Они стремятся в нас вызвать этот страх, потому что когда человек боится, когда ему страшно, он теряется. Он теряется, понимаете? Они пытаются в нас этот страх сейчас вызвать. Не нужно им давать. Не нужно действовать по их сценарию. То есть мы должны им показать вот, вот так вот, ну извините, то есть уже как есть, и послать их далеко за русским кораблем. Все будет нормально. Они прекрасно понимают, что мы побеждаем. Понимаешь? Маш, заканчиваем, заканчиваем сентябрь. Сентябрь заканчиваем, многое сбылось. Есть ли у вас какие-то позитивные новости или, наоборот, обезопасить какие-то города, что-то по октябрю? Ну, смотрите, да, то есть я уже просмотры делала. А Запорожье, ситуация не меняется. То есть они будут дальше пытаться обстреливать вокруг станции. То есть аккуратно. Кривой Рог то же самое, обстрелы будут. По Киеву, я уже говорила на другом канале, тоже обстрелы будут. И я уже говорила, что это что-то связано, скорее всего, с административными зданиями в центре. То есть это что-то типа Печерского суда, вот там он где-то. Ну, я уже это говорила, просто я не помню. Там мне показывали здание рядом с церковью и цепи ограждения. Потом по Житомирской области, я тоже рассказывала уже, то, что мне показывали четко здание какое-то связано с космосом, космическим. Девочки тоже поскидывали. Там есть кинотеатр «Космос» под вопросом у меня. И какую-то выставку открывают сейчас в Житомирской области, связанную с космосом. Вот там вот тоже. Потом что еще? По Одессе прилеты, по Харькову прилеты. Ничего такого пока не вижу там. Вот Харьковская область деоккупируется потихонечку, и у меня там смутное сомнение, потому что мобилизация проходит сейчас. Вот я думаю, что все-таки попытка на Харьков пойти. То есть все пока по-прежнему остается так, как и было. Ракетные обстрелы, не нехтуємо повітряною тривогою. Вот. И смотрите, я говорила, что в России будут теракты, теракты сбылись в школах. Аккуратно, потому что то же самое показывала по Украине. Это детские садики, это школы, детские площадки. То есть им сейчас очень выгодно стрелять по нашим детям. То есть аккуратно. Могу посмотреть, если вы хотите что-то, конечно, по картам. Давайте, давайте, может, и этим тогда закончим. А насчет сна по господину Зеленскому забыла сказать. То есть мне снился сон, я уже сказала, что сейчас осеннее равноденствие, Мабон. То есть это то время, когда мертвые очень активны, и я призываю людей прислушиваться ко снам, прислушиваться ко знакам. То есть им чем, много информации им будут показывать, их родственники ушедшие. То есть старайтесь прислушиваться к себе. Мне показывали сон о том, что какой-то мужчина с окружения Зеленского, даже внешне мне его показывали, темноволосый мужчина, ну то есть такой неполноватый, взбитый, я бы так сказала, по росту, ну, плюс 1,80 м, 1,85 м. То есть это какая-то публичная личность. Почему? Потому что мне показывали четко, что он снимается на телевидении, в каких-то передачах участвует. То есть мне показывали, как он сидит и улыбается перед камерой. В общем, этот человек – публичная личность. То есть я так понимаю, что с политикой что-то связано. Мне показывали, что будет совершена попытка на Зеленского покушения. Не четко показывали прям детали, но уже не хочу так рассказывать детали. Сейчас Владимир Александрович должен укрепить свою охрану, да, и проконтролить все это, потому что прекрасно мы понимаем, что у него есть враги извне, также у него враги есть в ближайшем окружении. Я уже говорила 150 раз о том, что у него очень много крыс в окружении, пускай он фильтрует. Ну, он как водолей, как человек, который довольно-таки открытый, довольно-таки... я бы сказал, дружелюбный, да, моментами, то есть он иногда может не замечать того, что вокруг него очень много пасется этих крыс, поэтому пускай фильтрует просто свое окружение и будет аккуратен, вот и все. То, что я хотела сказать. А возраст этого человека, брюнета, который 1,80 м? Да, примерно такой же, как Зеленский. Плюс-минус 40 лет. То есть, ну, где-то вот так вот. Не скажу, что старый, не скажу, что молодой, ну, плюс-минус 40. Вот так вот. Темноволосый.
мужчина. И он одет был, получается, какой-то такой, знаете, как кардиган без шеи, типа вот как под рубашки носят. Ну, вот как вот классическая одежда, да? Вот как политики выступают, вот под рубашку. Кардиган. Вот такое вот. Даже помню, как сейчас в синих тонах каких-то. Вот темно-серое, серое, голубые, вот какие-то такие вот тона. Посмотрим в дальнейшем. Все будет хорошо. Ему да. Не удастся хорошо, слава богу, слава богу. Просто это такая информация, которую, ну, как бы нужно говорить. Раз я запросила, дала запрос высшим силам, и они мне дали важную информацию, должна это озвучить была. Поскольку у меня в Инстаграме много политиков, и своего партии тоже, кстати, которые меня смотрят, я думаю, что они ему это все передадут. Даже передали 150 раз, я в этом уверена. Очень много людей, ну, которые... Надо еще в СБУ сообщить. Ну, очень много людей, которые с ним соприкасаются и общаются. Я знаю, о ком я говорю. Думаю, это уже передали 150 раз. Угу. Полезная информация. Ну, хорошо. Я просто охрана. Просто, видите, я же говорю, поскольку очень много врагов извне, также много врагов в его окружении. Вы же прекрасно понимаете, политика – это большие деньги. Не у всех есть связь. И он не может сейчас проследить, кто его друг, а кто его враг, на самом деле. А когда человеку предлагают очень большие деньги, вы же прекрасно понимаете, Зеленский очень много кому мешает сейчас. Потому что он тот человек, который, ну, который имеет свое мнение. А людям зачастую невыгодны такие люди. Почему? Потому что он неведомый, он ведущий. Его очень тяжело сломать. Он водолей. Ну, я тоже водолей, я понимаю просто. У него есть свое мнение. Понимаете? Вот и все. Для нас это замечательно. Для них это плохо. Посмотрим октябрь. Какие важные события для Украины. Посмотрим, что есть. Ну, я же говорю, я склоняюсь больше к своим видениям, к своим снам. Пока ничего такого не показали. Вот то, что показали, это по Зеленскому показали, и все. А, еще мне, короче, снился сон. Тоже это было недавно, где-то недели полторы назад, я уже писала об этом, мне снился сон, что по Киеву летят ракеты со стороны Житомирской трассы. Это Беларусь, вот. Но ракеты, они летели, куча ракет была, куча ракет, они летели, но они не взрывались. И четко потом была смена картинки, и мне показывали его, знаете, как красные кадры, вот будто красный свет. И кадры с Великой Отечественной войны. Показывали танки, технику и так далее. Я считаю... К чему этот сон был? Все же, к тому, что попытки какие-то пойти на Киев будут со стороны Белоруссии еще. Со старой вонючей техникой, обосратой, ржавой. Вот. И все-таки это будет со стороны Лукашенко. Сегодня в новостях приходит, что Лукашенко пускает на свою территорию этих вот мобилизированных идиотов. Вы же читали, да, наверное, новости? Вот. Но вот эти и ракеты, ракетные обстрелы. То есть какие-то еще будут у нас... заварушки. И раз показали недавно, я думаю, что в ближайшее время, все-таки это осень, наверное, по обстрелам. А насчет попытки пойти на Киев, думаю, что не осень. Почему? Потому что мобилизация только начинается сейчас. То есть пока еще рановато. Пока еще рановато. Все же, возможно, как раз-таки с попытками похода, наверное, это... Два варианта. Либо осень, либо весна. Понимаете? Хорошо, давайте посмотрим сейчас по октябрю, какие события важные будут происходить для Украины. То есть ничего такого, никаких изменений я не вижу здесь. Единственное, что как бы смерть какого-то вышестоящего человека еще должна быть. В Украине? Да, тут я про Украину спросила, да. Но ничего такого как бы нового, чего-то такого сверхъестественного я не вижу. Ну, опять-таки, ракетные обстрелы. Единственное, что смотрите, здесь показывает, короче, какое-то... Скорее всего, нам оружие будут новое давать. То есть я не знаю, там, по их договорникам, но это не похоже на ленд-лиз, но какими-то частями, какими-то партиями. То есть что-то новое.
Нам ПВО недавно новое в Киеве, кстати, дали. То, что защищает Белый дом. Вот буквально пару дней назад. Тут какое-то вот оружие, поставки оружия, выплаты. Что-то мы покупаем. Плюс выплаты со стороны стран, которые нас поддерживают. Помощь финансовая, да, идет. Опять-таки смерть этого человека. Какой-то, ну, тут иерофант просто падает. То есть какая-то личность довольно-таки известная. Иерофант зачастую военный вообще, главнокомандующий. Ну, посмотрим. Плюс опять меня склоняют к тому, что вот постарайтесь, пожалуйста, сейчас вот по тройке кубков держаться дальше от каких-то массовых мероприятий все же. Потому что тройка кубков это постоянно одно и то же, показывают эти вот удары. То есть они бьют же, вы знаете, да, куда? Там, где скопление людей большое. Плюс опять показывают мне вот эти вот удары, вот карта правосудия. То есть я же говорю, это связано как-то с административными зданиями. Суды, не знаю, там, блин, академии, там, ну да, какие-то университеты. Вот именно то, что вот, ну, правосудие это больше суд все-таки. Переживают эти теракты в школах. Поскольку в России они это сделали, обвинили, конечно же, нацистов. Ну, естественно, нас. Кого же можно еще обвинить было? То есть я все-таки склоняюсь к тому, что будут еще какие-то теракты, будут какие-то заварушки. То есть опять, это детские, это школы, это садики, это вот кладбища могут быть с военными, с нашими. Аккуратно, пожалуйста. Постарайтесь, пожалуйста, вот эти вот скопления людей пока как-то обходить. Ну, ситуация будет меняться, будем еще смотреть. Я, в принципе, всегда в Инстаграме пишу, если какая-то информация мне идет. Мария, я вас благодарю. На этом сегодня поставим точку. Друзья, в описании есть контакты Марии Тихой, есть страничка в Инстаграме. Подписывайтесь, будьте в курсе, не упускайте ничего. Верим в ЗСУ. Приближаем победу как можем.